Shalom, and welcome to Ve'ahavta Yisrael, a Hebrew phrase which means, you shall love Israel. We hope you'll stay with us for the next 30 minutes as our teacher, Dr. Baruch, shares his expository teaching from the Bible. Dr. Baruch is the senior lecturer at the Zera Avraham Institute based in Israel. Although all courses are taught in Hebrew at the Institute, Dr. Baruch is pleased to share this weekly address in English. To find out more about our work in Israel, please visit us on the web at LoveIsrael.org. That's one word, LoveIsrael.org. Now, here's Baruch with today's lesson. Я хочу перед вами представить, давайте поприветствуем его. Это Барух Коман, наш брат. Аллилуйя, наш брат Барух. Давайте поприветствуем нормально. Амен. Барух Аба. Он является учителем Слова Божьего. Вы могли видеть его на CNL. На CNL. Он живет здесь, в Израиле. Он евритоговорящий, англоговорящий. Ну, в общем... Он хороший брат. Я его люблю. Вот смотрите, он в шаббат не ездит на машине. Он хранит субботу, как он видит, как он знает. Но он приехал, он пришел пешком, он остановился у друга, чтобы нам проповедовать. И это будет классно. Барух Аба. И наша сегодняшняя проповедь – это Ханука. Ханука мамаш хаг. Ханука это на самом деле праздник. Есть такие, которые не хотят говорить хаг самеах в Хануку. Они говорят только Ханука самеах. Я с этим не согласен. И есть большое такое глубокое значение этому празднику. Это 8 дней, конечно. И число 8 это на самом деле связано с царством. Тот, кто слышит вот это название праздник или хаг, он думает о том, что было. Это что-то, то, что произошло. Песах, Йециат Мицраим. Песах это когда вышли из Египта. Шавуот, Матана Тора. Шавуот это когда получили Тору. Суккот, Арбиим Шана Бамидбар. Суккот 40 лет в пустыне. Векимуван, Ханука. И, конечно, Ханука. Ханицахон ха-гадол шелану. Это великая наша победа. Шемиат анашим. Что маленькое число людей. Ницху эта явеним. Победили греков. Беамет нес. Это на самом деле чудо. Но много времени мы не думаем об этой победе. Мы думаем о другом чуде. Что произошло с этим маслом, сосудом масла. Но по мудрецам, что сам большое чудо, главное чудо это не сосуд с маслом, но главное чудо это победа в войне. Ханука это очень особенный праздник. Ханука нам говорит о будущем, который придет. И есть в книге Агея на, об этом как бы определение или намек на это. Обратите внимание на это имя. Хагай. Мы видим это слово хаг или праздник, да, на русском. Но мой праздник это хаги. Это праздник мой.
החגים שלי. Но חגי это мои праздники. לכן אנחנו חייבים לשאול לעצמנו איזה חגים שאנחנו מדברים עליו. И мы должны спросить себя, какие праздники, о каких праздниках мы говорим. תסתכלו בבקשה לפרק הראשון. Давайте посмотрим Агея, первую главу. ופסוק הראשון. И первый стих. בשנת שתיים לדריווש המלך. Во второй год царя Дария. ותשימו לב למספר שתיים. Обратите внимание на номер два. הרבנים אומרים. Раввины говорят. כל פעם שיש לנו את המספר שתיים. Каждый раз, когда у нас есть число два. יש לנו שתי דעות. Штей? דעות. דעות. כן. זאת אומרת, מקשב אחד ועוד מקשב. Есть у нас два понимания. לכן, אותו דבר כאן. И здесь тоже одно и то же. יש לנו את הרצון של השם. Есть у нас здесь воля Божья. והרצון של העם. И воля народа. לצערנו הרב, זה לא אותו דבר. И на самом деле, к большому нашему, большой нашей скорби, это не одно и то же воля Божья и воля народа. כתוב בהמשך. И написано дальше. בחודש השישי. В месяц шестой. חודש מאוד מאוד משמעותי. Это очень-очень важный месяц, очень такой принципиальный месяц. חודש אלול. אלול. כן. Это месяц אלול. זה זמן לחזור בתשובה. Это время покаяться. ורואים את זה. И мы видим это. השם שהוא יגיד דבר אחד. איך? השם שהוא יגיד דבר אחד. השם. בוג שאתה скажет одно. אבל העם שהם רוצים לעשות דבר שני. Бог говорит одно, а народ хочет делать совсем другое. כתוב בהמשך. И дальше написано. היה דבר השם ביד חגי הנביא. Было слово Господне через Агея пророка. והלשון כאן ממש שונה מהרגיל. И здесь на самом деле другой язык от того языка, который мы понимаем. На самом деле бывает написано, что слово Господне пророку, определенному пророку. Но здесь написано, было слово Господне через Агея пророка. Яд зе коах. И там написано яд, это значит сила. Яд это самхут. Яд это рука вообще-то, и это значит власть. И раввины говорят, что-то великое произойдет. И посмотрите сейчас второй стих. Так сказал Господь Саваоф. Народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень. И мы видим, по воле Божьей надо строить храм. Но народ не хочет. И мы видим, два, что... Два. То есть мысли Божьи, мысль Божья и мысль народа разница. И если это не ото давар, если это не то же самое, то есть проблема. Пятый стих. Посему ныне так говорит Господь Саваот. Обратите сердце ваше на пути ваши. И шестой стих говорит нам, мы видим проблему. Люди делают, но нет благословения. Кто-то работает тяжело, нет у него ничего. Он ест, но не насыщается. Если я иду своим путем, и это не путь Божий, не будет благословений. Мы должны покаяться, вернуться. Седьмой стих. Так говорит Господь Саваоф. Обратите сердце ваше на пути ваши.
Вот на самом деле разрешение проблем. Идите строить храм. Все, в основном все говорят нет. Еще не пришло время. Но потихонечку есть изменения. Не весь народ, не весь прям. Не во всем народе, но в некоторых людях есть изменения. 14 стих. Ваяар Хашем эт Руах Зарубабел бен Шатиел. И возбудил Господь дух Зарабавеля, сына Салафиилова, пахат Иуда, правителя Иудеи, вей Руах Йошуа бен Йосадак, хакон хагадол, и дух Йошуа, сына Йосадекова, великого Иерея. Лахен ха манегим. Из-за этого все лидеры, ха-манегим. Лидеры, ава бесов тасиму лев. Это лидеры были, но обратите внимание в конце. Вегам эт Руах кол шарит ха-ам. В конце написано: и дух всего остатка народа. Не все вернулись или покаялись, но остаток. Господь Бог, который может делать великие вещи с некоторыми людьми. И 15 стих. ביום 24 לחודש שישי. В 24-й день 6-го месяца. מאוד חשוב שאנחנו נשים לב למספר זה. Очень важно положить свое внимание на этот, на это время, на этот месяц. ועשרים וארבעה. 24. Мы это видим в книге Откровения Иоанна. לגבי מלכות השם. Это царство Божье. לכן עוד מעט. לכן עוד מעט. И поэтому еще немного. יש קשר למלכות השם בדרך. Есть вот эта связь в пути с царством Божьим. לגבי חנוכה. То, что касательно Хануки. אנחנו צריכים לחשוב על מלכות השם. Мы должны думать о царстве Божьем. פרק ב', вторая глава. В 7-й месяц, в 21-й день месяца, вот первое покаяние. Мы учили, что имя этого пророчества, как бы, имя этого пророка Невиазе. Шнехагим. А, окей. Имя этого пророка Хагай, это значит два праздника. Акшав, если у тебя решен. Есть у нас первый. Бешеви, бешрим, беяхат, лехотиш. 7-й месяц, 21-й день месяца. Эзе йом зе. Какой это день? Зе бетох хага сукот. Это внутри праздника Суккот. Йом меод меод меюхат. Очень важный день. Шарнуазе афилу хайом. Сегодня даже мы пели об этом. Эзе йом зе. Какой это день? Хошана раба. Ошанна раба. Ха Йешуа ха гдула. Великое спасение. Лахен акшав. И поэтому сейчас, בתוך הנבואה הזאת, в этом пророчестве, השם שהוא הכניס, ישועה גדולה, בתוך ההקשר. Господь внес великое спасение в это понимание. לגבי איזה מספר? Какого числа это касается? 21. 21. גם המספר הזה מאוד מאוד חשוב. Это число тоже очень важно. בעזרת השם אנחנו נגיע לזה בעוד כמה דקות. Сейчас, через несколько минут, с Божьей помощью мы придем к этому. עכשיו פסוק 3. 3 стих. עכשיו שהם מתחילים לבנות בית המקדש. Сейчас они начинают строить храм Божий. ועכשיו שהם מסתכלים בסופו של דבר שהבניין הזה. И сейчас они видят, что это, да, это здание. פסוק 3. К нам говорит, да, прям? Третий стих. מי בכם הנשאר אשר ראה את הבית הזה בכבודו הראשון? Кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе? לכן היו כמה אנשים. Не были некоторые люди. שהם זכרו הבית המקדש הראשון. Они помнили первый בית המקדש, первый храм. ועכשיו שהם מסתכלים בבית המקדש שני. И сейчас они смотрят на второй храм. לכן חגי רוצה לדעת.
Хагай хочет знать, или Агей хочет знать. Ма тем хошвим а хабайт хазе? Что вы думаете об этом доме? Ма шим амру? Что они ему ответили? Бесоф а пасук? В конце. Ке айн бей анехем. Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто? Лахен хабайт хашини ло кол как хашув. Второй дом, он не так уж важен. Поход кавод. Меньше славы. Ган легебе хагодо, поход. И даже меньше он по размерам. Авал тестеглу окшав ле пасук шеш. Но смотрите сейчас в шестом стихе, что написано. Хашем шу и как машу катан. Хашем шу и как машу катан. Бог, который берет что-то малое. Вела афокет зей ле машу гадо. И он обращает это в большое. Авал матай. Когда? Ло давка беулам азе. Не в этом мире. Авал беулам аба. Но в следующем мире, במחות השם, в Царстве Божьем. לכן, אנחנו חייבים לשאול לעצמנו, мы должны спросить себя, איפה הלב שלנו? Где наше сердце? בעולם הזה? В этом мире? או בעולם הבא? Или в следующем мире, то есть в Царстве Божьем. פסוק 6. Шестой стих. כי כל אמר השם סבאות. Ибо так говорит Господь Саваот. עוד אחת מעט. He ve'ani mar'ish et ha'shemayim ve'et ha'aretz ve'et ha'yam ve'et ha'charava. Еще раз, это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу. Od me'at. Od me'at. Еще раз. Очень близко. Mashmuti. Будет очень серьезное изменение. Ve'yesh she'ela. И у меня есть вопрос к вам. Im anachnu medabrim al ha'aretz ve'shemayim ve'yam ve'chule ve'chule. Если мы говорим о земле, о небе, о море, о суше. על מה שאנחנו מדברים? О том, что мы говорим? מה התשובה? Какой ответ на это? בריאת העולם. בריאת העולם. Это создание мира. ואם אנחנו שמים טוב לגבי הנביאים, איך? אם אנחנו שמים טוב לגבי הנביאים, если мы на самом деле ставим хорошую оценку как бы по пророкам, הם מדברים על בריאת העולם פעם ראשונה? Ага. Они говорят о создании мира первый раз. И они говорят о создании мира второй раз. Второе создание — это Царство Божье. И поэтому здесь, где написано, еще немного, я потрясу все это, יש בעצם ספיות לגבי מלכות השם. На самом деле есть ожидание Царства Божьего. פסוק 9. 9 стих. עכשיו בגלל שינוי בעולם הזה, из-за того, что здесь что-то изменяется в этом мире, גם יהיה שינוי בבית המקדש. Будет изменение в храме. פסוק 9. 9 стих. גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון. Ахарон. Слава сего последнего храма будет больше. Он не говорил о храме Божьем в дни Хагая или Агея. Он говорил последний храм. Последнее святилище. Где это святилище? В Царстве Божьем. И сейчас есть вот эта неразрывная связь между этим пророчеством и то, что будет в следующем мире. Давайте еще раз 9 стих. Слава сего последнего храма будет больше. Не только от второго храма. Написано даже от первого храма. Лахен, хамацав хахитов. И самое лучшее положение. Амар хашем савот. Это будет самым лучшим положением, нежели прежнего, говорит Господь Саваот. Убемаком хазе. И на месте сем. Атен шалом. Я дам шалом, мир. Наум хашем савот. Говорит Господь Саваот. Ма шалом? Что это шалом? Шалом лефи маше нектав бедевар шем. Шалом, так как написано по Слову Божьему. Ha-shem, воля Божья. Who it mamesh. Воля Божья, она исполнится в нашей жизни. Все идет по воле нашего Бога.
Это сегодня наше положение. Все идет по воле Божьей в этом мире. На самом деле нет, сегодня в мире не так. И поэтому наши сердца должны быть уже в Царстве Божьем. Наши сердца должны быть там. Давайте 10 стих прочтем. В 24 день 9 месяца. Второй раз мы видим это число, 24 день. Или 24. В 24. Очень важно, чтобы мы помнили эту цифру. Написано в 10 стихе. В 24 день 9 месяца. Когда это? Это в первый день. Мы находимся в 10 месяце Кислев. Это Тав Гимель 23. Первый день это Кав Далет 24. То, что мы называем этот день, это вечер Хануки. Этот день очень-очень важный по этому пророчеству. Обновление дома. Тетвав. 15 стих. Теперь обратите сердце ваше на время от сегодня и назад. Какой день? Мы сейчас увидим еще немного тот же день. Тот день. Он уже сказал, обратите сердце ваше на время сегодня. 18 стих. Симуна левавхем мин хайом азе веймала. Обратите же сердце ваше на время от сегодня и назад. Мейом эсрим веарбаа лейтиши. От 24 дня 9 месяца. Ма хайом азе? Какой это день? Беямим шел Хагай. Это время Хагая или Агея. Это время, когда они поставили основание храму Божьему, храму второму. Одного дня, который основан был храм Господень, обратите сердце ваше. Это как-то странно немного. Праздновать, когда только есть основание. То есть, он говорит, празднуйте. Нету еще здания, есть основание, и он говорит, празднуйте. Но он говорит, сиба, причина. 20 стих. И было слово Господне к Агею вторично. Опять тот же день. Господь, который говорил Агею вторично. Если Бог говорит второй раз, это очень важно. В 24 день, и было слово Господне к Агею вторично. В 24 день месяца и сказано. Скажи Зарабавелю, правителю Иудеи. И у меня есть вопрос. По пророчеству Захарии. Зарубавель очень серьезная личность. Если мы смотрим хорошо и тщательно на его жизнь, мы видим Машиаха, праведность нашу. Мы видим на самом деле, что Зарубавель является прообразом Иешуа. Когда Иешуа вернется, то, что он сделает, 21 стих, написано в середине. Они марш эт хашемаим ваарц. Потрясу я небо и землю. Мазе? Что это?
Им כתוב, אני מרעיש את השמיים בארץ. Если написано, я потрясу небо и землю. אנחנו צריכים לחשוב על מה? Мы о чем должны подумать? Бриат ха-олам. О сотворении мира. Авал пам шния. Но это уже второй раз. Зот умер махут ха-шем. Это говорится о том, что Царство Божье будет вновь здесь. ומה שהוא יעשה בזמן הזה? И то, что он будет делать в это время, когда... כתוב, והפכתי כיסא ממלכות. И не спровергну престолы царств. והשמדתי חוזק ממלכות הגויים. И истреблю силу царств языческих. לכן, בזמן הזה, в это время, משיח שהוא יבוא, משיח, когда придет, והוא ישמיד כל המדינות, он истребит все царства. Земные. И единственное правительство будет в Иерусалиме, в городе святом. И когда все это произойдет? Во время Хануки. Вы все знаете одно. Написано в Иоанне в 10 главе. משהו לגבי חנוכה בברית החדשה. Что-то написано в Новом Завете о Хануке. וישוע שהוא היה במקום מאוד מאוד משמעותי. ישוע был в очень особенном месте. לא כתוב רק בבית המקדש. Не написано, что только он был внутри храма Божьего. אבל באולם שלמה. Написано, что он был в притворе Соломоновом. מה מיוחד לגבי שלמה המלך? Что очень важное о Соломоне? Он построил первый храм. Он не может идти во все места. Самое близкое место к храму это называется Святое Святых. Улам Шломо. Улам Шломо Ахи Каровле Кодеши Кодеши. בשביל מישהו שלא כהן או לוי. אוקיי. Для коэна или для левия самое близкое место к святое святых это притвор Соломонов. Извините. Для человека, который не является коэном или который священником, то есть и который не является левитом, самое близкое место к святому святых это притвор Соломонов. לכן ישוע שהוא הלך במקום הזה. И поэтому Иешуа был в этом месте на Хануку. Он пошел и пришел. И все особенные лидеры пришли к нему туда. И они спросили, задали ему вопрос. Если ты Машиах, скажи нам, что они попросили на самом деле? Амасорт. Традиция говорит нам так. Раввины так утверждают. В Хануку мы должны ожидать Машиаха, что он зайдет в храм, чтобы на самом деле постановить царство свое. И мы видим это в Новом Завете. Это все касается одно другого. Как это может быть? Гама Кейла это бе Зешель Шломо. А Кейла Ришона. А это бе Ихаль Шломо. И первая община была в этом притворе Соломоновом собиралась. Вы помните? Давайте посмотрим последнее место наше. Сефер Даниил. Это Даниил. Ве Перек Юдбет. Атароэм Смехим. Йофи, там они. Давайте посмотрим 12 главу. 12 главу Даниила. Машиах, который вернется на Масличную гору, он спустится, и он пройдет через Кедрон, он войдет в храм,
דרך שער מזרחי, войдет через восточные ворота, והוא ייכנס לקודש קודשים, и он войдет во святое святых. אבל מה כתוב כאן? Но что написано здесь в Данииле? Кан אנחנו מדברים על אחרית הימים. Здесь мы видим, что говорится о последних днях. אבל אנחנו יודעים משהו. Но мы знаем что-то. בהתחלה. В начале. מי יהיה בשלטון? Кто будет у власти? Цорер ха-Машиах, антихрист или анти-Машиах. Лахен катуб машу ал ха-иш хазе. И написано о нем что-то. Пасук 11. 11 стих. Уме эт хусар ха-тамид. Со времени прекращения ежедневной жертвы. Лахен бе ахрит ха-имим. В последние дни. Ей бет ха-мигдаш. Будет бет ха-мигдаш, храм. אבל השם זה לא הבית המקדש שלו. Но это не будет храм Божий. זה לא כדי באמת לעבוד אותו. На самом деле это не будет служить Богу. כל זה בשביל צורי המשיח. Все это будет для антихриста. שהוא יעשה דברים גדולים. Он будет делать великие вещи. גם כביכול לעשות דברים טובים לעם ישראל. Он будет делать и хорошие вещи народу Израиля. לכן באמצע השבוע האחרון. И в середине последней недели. בספר זה שבוע זה שבע שנים. В этой книге שבוע это семь лет. כתוב כאן בפסוק 11. И здесь написано в 11 стихе. Уме эт хусар хатами. Со временем прекращения ежедневной жертвы. Сура Машиах шел ягид тапсик. Антихрист скажет, хватит приносить жертвы. Ифшар леви корбанот ле Ашем. Нельзя, все, уже не надо приносить жертвы Богу. Ху икнес ле девир хабайт. Он зайдет внутрь храма, внутрь дома. Ше ани Элохим. Он скажет, я Бог. אני המשיח. Я Машиах. עם ישראל לא יקבל אותו. И в это время народ Израиля не примет его. לכן אנחנו מדברים על האירוע הזה פה בפסוק שלנו. И мы здесь говорим о том, что будет происходить в этом стихе. ולתת שיקוץ שומן. Запустение, поставление мерзости запустения. לכן רב שאול. И поэтому רב שאול или апостол Павел. כן. באיגרת השנייה אל התסלוניקים. Второе Фессалоникийцам. בפרק 2. Во второй главе. שהוא אמר שהעניין הזה שיקוץ המשומם. Он сказал, что вот эта мерзость запустения. זה בעצם שור המשיח. Это вообще-то антихрист. שהוא יכנס לדבר הבית. Который зайдет внутрь храма. וכתוב מתי שהוא יעשה את זה. И написано, когда это произойдет. בדיוק. לפני כן הוא לא ייכנס, לפני כן לא. לא, רק בזמן הזה. До этого он не зайдет, но именно в это время, в эти три с половиной года, אחרי שלוש וחצי שנים הוא ייכנס. בדיוק. Именно пройдет три с половиной года, и он никогда не входил в храм. Но в это время он войдет через три с половиной года и объявит себя Богом и Мессией. אבל הוא אומר שלוש וחצי שנים, נכון? Три с половиной года, правильно? גם 42 חודשים. Это 42 месяца. כתוב גם בספר הזה מועד, מועדים וחצי. Написано здесь מועד, מועדים וחצי. אבל גם אנחנו יודעים בספר ההתגלות. И мы видим, что в книге Откровения. כתוב 1200 וכמה ימים? Написано 1200 сколько дней? 1260 יום. 1260 дней. Но здесь непонятно что-то. Здесь написано. Написано 1290 дней. Это добавление 30 дней. Посмотрите на его книгу. Все расписано. Что это за значение 30 дней? 30 дней за кешур ле мавет. 30 дней это касается смерти. Есть на самом деле утверждение или подтверждение в Слове Божьем. Аарон нефтар бемидбар. Арон умер в пустыне. 30 дней они не двигались после этого. Это траур. Гамле Мирьям. И Мирьям тоже. אותו דבר, נפטרה במדבר. Она умерла в пустыне. Эвелей 30 יום. 30 дней, траур.
גם בברית החדשה. И в Новом Завете. בלוקס פרק ג'. לוקה תרתיה גלובה. פסוק 23. 23 стих. כתוב לגבי השירות שלו. Написано о его служении. Who התחיל בגיל 30, נכון? Он начал в 30 лет. למה שהוא נכנס בעולם הזה? למה שישוע נכנס לעולם הזה? Почему Иешуа пришел в этот мир? לתת את חייו. Дать свою жизнь. השירות שלו פעם ראשונה? Первый раз его служение? למות. Это умереть. В 30 лет он вошел в служение. Миша Гушей богат был. Иуда это тот, который на самом деле предал его. Кама Матпеочи Гукибел? Сколько он принял монет? 30. Лахен, шлушим за няншел мавет ве эво. 30 это на самом деле число смерти и число траура. Лахен, анах юди машу. Мы знаем что-то. Хасиба лей тосефет шлушим йом. Причина, что добавлено было 30 дней. Иешуа вернется. И народ Израиля, который увидит его. И что написано у пророка Захария об этом? Будет траур. Эвель. Сколько дней? 30 дней. Поэтому это есть причина, что в 1260 написано в Откровении, а здесь 1290, 30 дней добавлено. Пасук Юдбет. 12 стих. Ашрей хамехаке веяги леямим 1335. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней. Лахен хамеспаразе. Что об этом говорит нам, об этом числе говорится? 1335 дней. Это сколько добавлено? 45? 45 дней. Это логично, что вы пелов, нахо. Тосефет бисахако 30 и 45. Вообще мы видим здесь 30 дней добавления и 45 дней добавления. Бисахако кама ямим? Это сколько вместе? 75. 75 дней. А тем юдим кама хашув амиспар зе? Вы знаете, насколько важно это число? Кама нашим яду ле Мицраим? Сколько людей спустились в Египет по Торе? 75. 75 душ. И если мы видим родословную в Луке, сколько было родов? 75 родов. Точно 75 родов. Не читаем Бога Отца и не читаем Иисуса. 75 родов. Почему? הם ידעו למצרים לגבי גלות. Они спустились в Египет, то есть в изгнание. אבל Иешуа בא לעולם הזה. Но Иисус пришел, Иешуа, в этот мир. כדי לגאול אותם. Чтобы нас искупить. לכן, тоже от слова לגאול. לכן, גלות. המספר 75. И поэтому 75 это число. מספר מצוין. Прекрасное число. לכן, איך להבין את זה? Как понять нам это? עוד פסוק. Давайте еще один стих. Я уже сегодня вам обещаю, что это последний стих. Захария, 13 глава. И мы знаем, что перед этим в 12 главе, в 12 главе, мы видим, что Иешуа возвращается в этот мир. Мы видим, что это траур. Но в 13 главе, в первом стихе, ביום ההוא יהיה מקור נפתח לבית דוד ושבי ירושלים לחטאת ולנידה. В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. Макор маим. Источник воды. Маласот бемаим. Что делать с водой? Иньян шел твила. Это твила, погружение, или, как говорят, крещение. Эзе йом. Какой день? Меод миюхад векашур ле твила. Какой день он связан, с каким днем связано погружение в воду? Если есть один день в году,
Анашим мегим ле макор майм кедей левол. Люди приходят к источнику воды, чтобы погружаться. Какой это день? Эзе йом? Какой день? Рабаним омрим легебе апасук азе. Раввины говорят по этому стиху. Йом ха-кипурим. Это Йом Кипур, Кипур. Вехине ха-девар харон. И вот последнее, что я хочу сказать. Ме Йом ха-кипурим. В ад дня искупления или дня Кипура. Хо шана вешана. Каждый год и год. Ад Ханука. До Хануки. Йом ришон шел Ханука. До первого дня Хануки от Кипура. Кама ямим? Сколько дней? Бидюк, 75. 75 дней. Вехине бецем ха-месер шелану. И вот наше послание. Be Chanukah. В Хануку. Анахлу хайвим лецпот ло рак Машиах шеху яво. Мы не только должны ожидать Мессию, который придет или вернется. Ло азман кедей лагей лехар затим. Это не просто время, чтобы вернуться на Масличную гору. Ава зе зман шеху якнес лей кодеш кодешим. Это время, когда он войдет в Кодеш а-Кодешим, во святое святых. Кедей лаатхил эт хамахут ха-Шем. Чтобы начать Царство Божье. Поэтому Ханука очень важен. Как Агей сказал. В особенный день. В 24-й день месяца Кислева. Господь что-то сделает. Это на самом деле принесет потрясение в этот мир. Потрясение небесам и земле. Это будет новое создание мира. Это не будет так, как раньше. Это будет вперед. Это будет второе создание мира. Это будет Царство Божие на земле. И поэтому я надеюсь, что в воскресенье вечером, когда мы начнем Хануку, мы не будем думать, что произошло 2200 лет назад. Но мы на самом деле устремим свой взгляд на самое важное дело в мире. Машиах, который придет. Иешуа, который постановит свое царство здесь. Ханукат Абайт, или освящение дома. Это говорит, что Мальхут. Мальхут Ашем Бефуал. Бефуал. Это говорит, что Царство Божие в действии. Рак шейла, ва-ани яшев. Но у меня есть вопрос, и я сяду. А ты хочешь ламших записать? Эзе мизмур бецем кашур ле-Ханука. Какой, окей. Какой псалом на самом деле связан с Ханукой? Миюде? Зе легебе ор, зе ме ор, шевим хамеша. Ло. Мизмур шлошим ламет. 30-й псалом. Ко йом. На русском это 31-й. Эх? Каждый день в течение 8 дней в Хануку. До того, как мы зажигаем свечи. Наша традиция говорит, что мы должны читать этот псалом. Мы видим там воскресение мертвых. Но это есть послание в этом псалме. Ханукат ха-байт ле Давид, נכון? Написано. Кулам хошвим ше Давид шу катав эт зе бишвил ха-байт. 29-й псалом на русском. Псалом Давида, песнь при обновлении дома. Хуло катав эт зе бишвил бет ха-мигдаш ха-ришон. Ханука это обновление. Авал бет ха-мигдаш ха-ахарон. Это написано не для первого бет ха-мигдаша, для первого храма, а для последнего храма. Вы читаете этот Псалом 29. Это все о будущем, которое придет. Это говорит о переходе с этого мира ле-улам-аба, в следующий мир. Машма Малхут Ашем. То есть в Царство Божье. Давайте встанем все. Отец наш Небесный, мы любим Тебя.
אנחנו רוצים להיות מוכנים למלכות שלך. Мы хотим быть готовы к твоему царству. מודים לך על ישוע. Благодарим тебя за ישוע. הדבר הכי גדול שהוא עשה, פעם ראשונה שהוא בא לעולם. Самая главную вещь и важную, что он сделал первый раз, когда пришел. שהוא מסר את נפשו. Что он отдал свою душу, свою жизнь за нас. אבל עכשיו אנחנו מסתכלים קדימה. Но сейчас мы смотрим вперед. אנחנו מחכים לישוע. Мы ждем ישוע. שהוא יחזור. Что он вернется. שהוא ישפוט את העולם הזה. Что он будет судить этот мир. שהוא יביא את הכיסא שלו מהשמיים לעיר הקודש ירושלים. Что он принесет седалище славы своей царства Божьего в Иерушалаим. והוא יקים את המלכות שלו. И он постановит царство свое. איפה כל הברכות. И там будут все благословения. כל ההבטחות שלך. Все обетования твои. ויש לנו את הזכות. Есть у нас привилегия. לעבוד אותך. Служить тебе. לא רק ליום אחד. Не только один день. אבל לעולם ועד. Но во веки веков. תודה לך. Спасибо тебе. על כל הדברים טובים. За все твои добрые деяния. שעומדים לקרות בימינו בעזרת השם. Которые произойдут в наши дни. בשם של ישוע המשיח. Во имя Иешуа Мессии. Аминь. Амен. Воздайте Богу славу. Амен. Аллилуйя. Амен. Well, we hope you will benefit from today's message and share it with others. Please plan to join us each week at this time and on this channel for our broadcast of LoveIsrael.org. Again, to find out more about us, please visit our website, LoveIsrael.org. There you will find articles and numerous other lectures by Baruch. These teachings are in video form. You may download them or watch them in streaming video. Until next week, may the Lord bless you in our Messiah Yeshua, that is, Jesus, as you walk with Him. Shalom from Israel.